Однажды в городе, где жили Ваня и Катя, произошла страшная трагедия. Куда-то исчезли электричество, вода, а вместо чистого воздуха появился смог. И тогда Ваня и Катя отправились искать спасение для своего города. Преодолев долгий путь, наконец они нашли сказочный лес, где жил великий царь Добросвет. Только он мог помочь нашим героям. Здравствуй, великий царь Добросвет! Мы пришли к тебе узнать, куда подевалась вода, электричество и чистый воздух в нашем городе. Хорошо, я открою вам тайну. Но для начала я попрошу вспомнить тебя, Ваня. Что ты забыл сделать вчера, перед тем, как убежал играть в футбол? Я помыл руки, но, кажется, забыл выключить кран ванной. Вот-вот, ты забыл закрыть кран. А пока тебя не было, появился злодей по имени Водохлеб и выпил всю воду. Если танкер отравляет нефтью чистый океан, если кто-то забывает выключить воду и кран, завалит все планета, будет сохнуть день за днем, будет пусто при этом, будет плохо всем во всем. О, мне так стыдно, что я часто оставляю кран открытым. А куда же подевалось электричество? Катя, теперь ты вспомни, что ты забыла сделать вчера, перед тем, как ушла гулять. Я закрыла кран ванны. Ну, ты забыла что-то другое. Да, вспомнила. Я забыла выключить свет на кухне. Вот-вот, ты забыла выключить свет на кухне. А пока тебя не было, появился другой злодей по имени Энергоглот и проглотил все электричество. Вдруг деревья все сожгут. Уголь, торф, бензин, мазут. Если свет гасить на мле, без разбора ночь или день, будет холодно всегда. Света нет и нет тепла. Вот это да, я даже не знала. А что же происходит с воздухом? Есть еще много других людей, которые помогли выпустить из темницы злодея по имени Смердила. Если валит черный дым из-под всех плохих машин, и с утра и до зари небо пачкают они, скоро каждому из вас придется дать противогаз. Ну что теперь нам делать? Как спасти наш город?